Доброе спортивное утро. На лыжах почти 200 человек. Так в парке Курасовщина стартовала первая спартакиада объединения «Белая Русь». Участникам предстоит преодолеть 1 километр. Конечно, мы хотим собрать наших людей для того, чтобы они побыли вместе, пообщались, укрепили связи между регионами, просто дружеские человеческие отношения. Это очень важно для общественного объединения, чтобы люди были не только коллегами, но и друзьями друг к другу. Сегодня мы делаем такой небольшой шаг для того, чтобы «Белая Русь» действительно стала местом для здоровья, местом за здоровый образ жизни. На лыжной трассе 8 команд. Это активисты центрального аппарата «Белой Руси» и 7 команд из регионов. Поддержать пришли больше 100 человек. 7-й регион. Абсолютный чемпион! Вы все заряжены, почему сами не на лыжах? Сегодня в группе поддержки. Да с удовольствием, лимит команды просто. Обязательно будем следующую спартакиаду на лыжах. Настроение классное, позитивное. Болеем за нашу любимую столичную команду. Хорошая погода, море настроения, дети, веселая компания. Что еще надо для бодрого, здорового проведения субботы? Хотели бы, чтобы все приобщались к здоровому образу жизни. У нас прекрасная лыжня, прекрасная погода. Сегодня дистанция 1 километр, да? Это, да. То есть такая выбрана, чтобы смог каждый встать на лыжи, даже те, кто, возможно, впервые здесь стоит. Да, это все рассчитано для любителей. И у нас будет эстафета лыжная, 4 этапа. Каждый этап будет примерно по 300 метров. Ну, естественно, для женщин будет немножко поменьше, а мужчинам придется поработать побольше. Как приехали? Дистанция для вас вообще она привычная? Ну, работать нужно каждый день на чем-то. Хороший дистанция. Главное в этой спартакиаде – провести время с пользой и удовольствием. Минчане, присоединяйтесь. Дарья Нищедим, Тимур Батиров, агентство «Минск Новости».